спасибо мы хотим сказать про деду, что жизнь отдал он за победу, за битву. Со сцены звучат патриотические песни и стихи. В Барвихинском досуговом центре большой праздничный концерт. Здесь завершается неделя эстафеты «Салют Победе». Ее символы – солдатская шапка-ушанка, медаль за оборону Москвы и копия Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом. Уже по традиции передадут в следующий населенный пункт. Юбилейный 10-й год. Конечно же, мы посвящаем столице нашей Родины – Москве. Москва достойно сражался, и мы, которые рядом с Москвой, под Москвой, оберегали сердце нашей Родины. Битва за Москву – одно из величайших событий Великой Отечественной войны. 67 суток длилась ожесточенная битва. Сохранить историческую память тех событий для молодого поколения – одна из главных задач организаторов эстафеты. Мы должны помнить, что было до, чтобы не совершить таких ошибок. И для нас, как школьников, мы должны знать, и чтить наших дедов, и что им помогало в этой победе. Сегодня символы эстафеты «Салют Победе» торжественно передают в Звенигород. Патриотическая акция продолжается. Карин Гиряшева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».